Я поняла ваш вопрос. Смотрите, очень можно долго кричать на берегу, стоять и говорить о том, что я потрясающе талантливый, обратите на меня внимание, я же такой классный, я столько много умею, но почему-то как-то река движется, народ проходит мимо тебя, а ты весь такой талантливый стоишь и думаешь, что же совсем с этим делать. Другое дело, можно оказаться в этой толпе. Потихонечку вначале тебе приходится, я не могу сказать, что я прям испытываю дискомфорт от этого или как-то я ломаю свой внутренний мир. Да, я исполняю, может быть, где-то произведения, которые, скажем так, уживаются с большей массой людей. Но ни в коем случае никогда нельзя судить по артисту, просматривая интернет или YouTube. Надо прийти к нему на сольный концерт. Вот это самое главное. То, что он показывает на своем концерте, то, что он там говорит. Вот если там не понравилось, тогда уже можно ставить галочку или ее не ставить. Поэтому я очень долго стояла вот на этом берегу и била себя в грудь. Говорила о том, что аутентично, это классно, курский фольклор, Липецкая область. Неужели вы не слышите, что там есть разница? Тетрахорды, пентахорды и все остальное. А тут вдруг неожиданно я в какой-то момент просто поняла, что надо оказаться среди этой аудитории, да, и потихонечку развивать и распускать свои, распускать все-таки щупальцы, клещи свои. И впоследствии, конечно, безусловно, мне очень хочется, и это не значит, что я этого не делаю. Но опять-таки, если я буду заниматься чистым фолком, к сожалению, тогда телевизионные эфиры прекратятся. Потому что очень часто мы слышим на радио, я уже повторюсь, слово «формат» или «не формат». Поэтому вот если вы скажете, что вы часто слышите какие-то фолковые вещи на радио, ну, я вам не поверю, потому что, к сожалению, это не проходит. Поэтому сейчас я, как говорят маститые, великие артисты, работаю на имя для того, чтобы потом смочь сделать так, чтобы я могла исполнять это и доказать, может быть, где-то в какой-то степени нашему народу о том, что это модно, и это может быть модным, это может быть стильным, вкусным, и просто мы немножечко об этом забыли.